записывать. Да, следующая песня называется «Глобальное похолодание». Как никогда актуально такое время. Казалось, так еще недавно было лето, мы купались, загорали, я пил холодный морс. И очень жаль, но лето все-таки закончилось, и осень очень быстро пролетела. И теперь температура понижается, и столбик у термометра сегодня окончательно замерз. Мне говорят, всего-то минус 25 могло быть капитально хуже, минус 40, например. А ты хотела покататься на шикарном лимузине, я сейчас не позавидую тебе. Поскольку дует сильный ветер, снег на стекла налипает, и не видно дальше метров 10. А если вдруг мотор заглохнет или кончится бензин, или покрышка на переднем колесе, то, что одна ты будешь делать посреди огромной ночи, я на помощь не смогу тебе прийти. А я налью себе заварник, кипятка чуть-чуть добавлю, выйду в чашку и оставлю на столе. Свистит поземка за окном, и холод тянется в квартиру изо всех полузатыков до щелей. Нет, покажите мне ученого, который полагает, что глобально потеплело на Земле. Не поменяется ли мнение его после того, как поживет в моей квартире пару дней. А мои руки коченеют, мои пальцы замерзают, и аккорды очень трудно зажимать. И в перерывах между песнями держу стаканчик чаю, чтобы руки хоть немного отогреть. Я одеваю трансмиттер, очень странно полагая, что меня он может как-то согревать. Он согревает, но немного, а точнее ровно так, чтоб окончательно мне не обеденеть. Я доедаю омерзительный лимон, такой кислющий, надо вместе с кожурою доедать. В моих глазах видна сонливость, ведь небрежно отражаются красивые узоры на окне. А за окном идет декабрь, это значит очень скоро Новый год, пора подарки покупать. А между нами 200 с лишним километров, между нами вновь глобальное похолодание.